Мамы помощи, самый сильный угодно. Ходят все молодые корабли. Может, кому-то непонятно моряком, что такое объем любви. Этим смелым парням не вина, не вина. Удивительная ему помогает всегда. Любимый девушки, прокидом на тебя, отлажен на тебя. И на любовь, отдайте кошки, домашним мальчикам. Не стоит им дарить свою любовь. На черте, на синем небе, я тебя люблю. Всем привет! А есть кто-то, кто с гитарой пришел? Вот, у нас сегодня раз гитара. Вот, у тебя гитара два, у тебя три гитары. Вот, подожди, где... У тебя гитара четыре. У тебя электро, ты можешь ее подключить, да? Отлично, у нас уже четыре гитары. Вот там пятая гитара. Сейчас к нам еще, может быть, кто-то придет с гитарой. У нас сегодня флешмоб с гитарами. Ты хочешь сыграть? Не, я хочу. А тут есть, нет? Тут есть, нет. А как мне? Тебе минус надо? Да. Без проблем. Тогда смотри, выходи на эту сцену, рассказывай какой-нибудь анекдот, я попробую найти твою песню. Так а что, кстати, ну у меня ВКонтакте. А, открывай ВКонтакт. Яндекс. Пока реклама. Итак, в нашем городе будет очень интересная тема. Слышали когда-нибудь стендап? Да. Да, слышали, наверное, я смотрел. И вот никогда не уделял этому внимания, а тут нашлось пару ребят, пришли и говорят, вот Леха, хотим сделать стендап в нашем городе Губкин. Вот так вот внезапно. И в воскресенье в 6 часов вечера мы собираемся в кафешке, чтобы обсудить вот эту тему, как вообще это будем делать и когда будем делать первое выступление. А ты за место Воли? Да, я буду за место Воли. Вот, можете, в принципе, сами приходить в воскресенье в 6 часов в кафешке. Можно заранее в ВКонтакте списаться, и мы вместе сделаем этот проект для нашего города. Да, он тупит. Заработал? Интернет заработал. Вот, а пока еще реклама. 16 числа будет игра Fat Across. Вот. И как вы понимаете, я достаю планшет. Для того, чтобы позвонить кому-нибудь. Кому хотите позвонить? В прямом эфире. Давай. Кому? Да, есть какие-то? У тебя есть какие-то пожелания? Звони Елику. Кому? Елику, видите, я не знаю. Бля, а как тут древо поставить? Даниил Бабенков, вы оставили свою машину в неположенном месте. Пожалуйста, придите, припаркуйтесь на сцене. О, итак, у нас скоро появится номер телефона первого участника.
Итак, в прямом эфире мы сейчас позвоним Евгению Елисееву. Да ладно, он клевый. Он офигенный чувак, на самом деле. Все, слушай. Куда пошел? Итак, для вновь пришедших мы звоним. Здорово, Жень. Добрый вечер, день. Это Леха Харланов, узнал? Да, узнал. Слушай, Жень, придешь сегодня на гитарбате? Да блин, чувак, тут тебя все просто хотят увидеть. Вспомнили просто, что ты выступал у нас с классными песнями. Кто хочет меня там увидеть? Вот, кто тебя хочет увидеть? Тут много девушек красивых, и они хотят тебя все. Да не можешь как угодно, меня там никто не знает. Давай поспорим. Кто знает Евгения Елисеева? Поднимите руку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь человек тебя знает. Да? Да. Ну, ты телефонишь, могу я занимаюсь делами, мой какие вопросы личного. А, нет, нельзя вопрос личного характера. Меня хочет приезжал. Привет! Вот, ты все равно пришел на этот концерт, так что же можешь прийти вживую. Ты классный чувак. Ну, посмотрим, ладно. Спасибо за приглашение. Давай, чувак. Прикольный чувак у нас, Женя. И что, ты готов? Да. А Иван тем временем нашел свою. Ну давай, выходи, я включу. Я тут подпою, ладно. Можешь подпою? Привязывайте бубна, а то подпоет. Ты же ползала подпевать. Блин. А где микрофон, да? А вот теперь плохо. Сейчас тоже выйду. Да. Добавь я хочу чуть-чуть. Это ты зря. Я что выпил. Я помню. Я тоже вроде. Я точно помню. Раз. Больше сказать. Да. А, вот там говоришь. Эхо. Thank you.
Лучше хакли с Морфо.